Это частый гость в наших домах. И хоть на первый взгляд кажется, что это животное очень опасное, поверь, это не так. И оно приносит больше пользы, чем вреда. Знакомься, перед тобой мухоловка. Неприятная для глаз, но добрая внутри многоножка из семейства губоногих. С количеством ног, думаю, все и так ясно, а вот название класса очень интересное. Дело в том, что первая пара туловищных ног у этих животных преобразована в многочелюсти, которые напоминают нижнюю губу и служат для захвата и удержания добычи. Эти многочелюсти содержат ядовитые железы, которые помогают им парализовать свою жертву и быть хищниками. Ночью, когда в помещениях нет света, она выходит на охоту и начинает активно защищать ваш дом от вредителей – тараканов, моли, чешуниц и, конечно, мух. Во время движения мухоловка приподнимает туловище на длинных лапках, благодаря этому перемещается очень быстро, развивая скорость до 40 см в секунду. Эти животные спасают вас и не требуют ничего взамен. Когда в следующий раз увидите в ванной эту милаху, не давите ее, а поблагодарите своего защитника. А ты видел хоть раз такую? Напиши в комментариях и заодно поставь лайк.